Как высушить фрукты или овощи? Можно разложить их на свежем воздухе и надеяться на хорошую погоду. Или воспользоваться духовкой и свести к минимуму остаток полезных веществ в продуктах. А еще можно все это сделать в специальном приборе – электрической сушке, которая и полезность продуктов сохранит, и высушит их не хуже летнего ветерка. Сушки Zelmer – очень простые и удобные приборы. Как видим, устройство состоит из чаш и чем-то напоминает пароварку. Дно чаш – мелкая сетка. Именно сюда и помещаются овощи или фрукты, которые нужно высушить. Да что там овощи, здесь можно даже тараньку приготовить. Принцип работы сушки заключается в том, что нагревательный элемент снизу подогревает воздух, а вентилятор распределяет его по всем уровням сушильных камер, обеспечивая постоянную циркуляцию. Именно за счет этого и высушиваются продукты. При этом температура воздуха находится в невысоких пределах, что, в отличие от духовки, гарантирует бережное высушивание с сохранением всех полезных веществ и, конечно, аромата продуктов. Выбирая сушку, нужно обратить внимание на два основных параметра – мощность и вместительность. Чем выше мощность сушки, тем быстрее сушатся продукты. Чем больше объем, тем больше продуктов можно сушить за один раз. Помимо мощности и объема, наши приборы отличаются и управлением. У самой простой управление осуществляется с помощью механических тумблеров. У остальных приборов – нажатием клавиш. У всех сушек есть два уровня мощности для различных степеней и скорости высушивания. Стоит выделить модель 1002. У этой сушки есть таймер, по которому удобно контролировать время сушения продуктов, а также функция охлаждения нагревателя. Она пригодится в жаркое время. Сушки Zelmer вместительные, но компактные, а хранить их удобно, если сложить чаши друг в друга. Только у модели 36Z011 чаши не складываются. Обратите внимание, что в сложенном виде сушку использовать нельзя. Мы решили опробовать прибор в деле и засушить шампиньоны. Все очень просто. Разрезанные пополам грибы мы уложили на сетку, поставили мощность на первую скорость и оставили все это дело на ночь. На утро, по прошествии 12 часов, мы нашли грибы уже подсушенными. В таком виде их можно хранить очень и очень долго. А когда захочется супчика с шампиньонами, эти засушенные грибочки придутся очень кстати. Подведем итог. Сушки Zelmer простые и удобные. Пригодятся на даче всем тем, кто любит запасаться сухофруктами или сушить овощи для суповых наборов. А их вместительность справится с внушительным объемом. Поскольку эти приборы работают по принципу обветривания, они пригодятся дома тем, кто любит готовить такие мучные изделия, как лапша или макароны, а также вяленое мясо или рыбу. Одним словом, применение сушкам можно найти не только в дачный сезон.